Салам алейкум, дорогие друзья. Вот я почти заезжаю в центр областного центра города Оша. Смотрите здесь, как все обустроено. Конечно, это старинный город, исторический, поэтому здесь все. Вот Ошары написано. Чары. Какая-то батыр стоит на лошади. И ворота из Шонгалая. Опять рестораны. Вот, заехал уже. Алимбек Датка, 1799-1862 году умер он. Мегаком. Да, вот это областной центр, город Ош. Сначала красота, когда через Алайский долину заезжаешь, а потом внутри зайдем, город Ош посмотрим. Вот это город Ош. Кушать здесь всегда много, никогда голодными не останетесь. Это Азия, Средняя Азия. Видите, базары всегда, везде. А народ гостеприимный, вас никогда на улице не оставляет. Ош находится прямо в горах. Даже вот это высотки видно. Кажется, Сулайман-Тах вот это. Я сейчас спрошу, а потом пойду дальше снимать. Дорогие друзья, будьте здоровы. До следующего видеоролика.